На пляжах Шамара активно идет подготовка к летнему сезону. Предприниматели и городские службы наводят порядок и готовят территории к приему отдыхающих. Ход этих работ проверил глава Владивостока Константин Шестаков. Основная задача – это проверка санитарного состояния территории бухты Шамара, причем по разным направлениям. Мы договорились практически со всеми пользователями земельных участков, которые располагаются здесь, о том, что они передают земельные участки нам. Мы это сделали в прошлом году, и теперь мы уже спокойно, исходя из там, полномочий муниципалитета, можем выставлять нашу технику. Мы приобрели специальное оборудование, которое поможет нам в короткий срок эту территорию привести в порядок. Ряд арендаторов также проводит благоустройство территорий. Наши коллеги и арендаторы первого пляжа, это ЛОЦ, выполнили также свои обязательства. Пляж уже прямо на текущий момент выглядит очень достойно. Здесь на третьем пляже арендаторы «Мыс Крутой» также выполнили поставленные перед ними задачи или те договоренности, которые мы обсудили, которых достигли в прошлом году. Ну вот мы видим уже полноценную парковку в твердом покрытии с ливневкой, как уже таких современных решений, безусловно, по которым хотелось бы идти далее. Санитарное состояние – это важная составляющая комфортного отдыха, поэтому одной из основных задач, которую поставил Константин Шестаков представителям бизнеса, является именно своевременная уборка мусора. Далеко не все арендаторы ведут такую добропорядочную или вдумчивую работу. Несколько арендаторов я поставил вполне конкретные задачи по ним. Территория захламлена. На нескольких территориях присутствуют заборы, которые не дают возможность пройти к воде. Поэтому, на мой взгляд, как нам нужно будет, видимо, принять решение о внедрении КРТ на этой территории, для того, чтобы муниципалитет мог изъять эти участки для реализации инвестиционных проектов ввиду отсутствия такой фактической активной инвестиционной деятельности на них. Это следующий шаг, а сейчас наша основная задача – санитария для того, чтобы в том числе и майские праздники мы уже смогли встретить во всеоружии. Кроме того, во время обхода территории на некоторых речках были обнаружены масляные пятна и застойная вода. Городская администрация обратится в надзорные органы для проведения проверок и устранения замечаний. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос о расторжении договоров аренды с недобросовестными арендаторами, которые не вкладываются в развитие и должное содержание участков. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.